два вопроса. Первый вопрос. Пьер Петросян подал в отставку президента. У вас есть какая-нибудь в связи с этим реакция? Ну, мы последний месяц очень внимательно за этим следили. По телефону несколько раз с ним я говорил, послание направлял, нашего посредника своего, чтобы с ним поговорить, какие-то вопросы, которые, так сказать, между нами, все-таки как-то помочь ему, потому что, в общем, вокруг себя он создал такой круг, который оказались практически все против него. Он, конечно, такого выдержать не может. Вот, и он решил лучше. Я хотя предложил еще, значит, большую помощь, вот, и послать туда, так сказать, уже для конкретных дел, что мы можем сделать. Но это такая кабинетная, так сказать, проблема. Вот один руководитель против другого, а тот против, значит, Пьер Петросяна. В общем, вот такая каша. Мне нравилось с ним работать. Спокойный, всегда проблемы, которые в СНГ возникают, или в Армении, мы решали нормально и помогали. Мы как-то взаимодействовали в СНГ. Мне жаль, что он ушел. Конечно, я сделал, что мог, но причем я даже на четвертое наметил встречу с ним. А он подвел под этот день и объявил вчера. Значит, он уже посчитал, что нет, ему не справиться там. Жалко, жалко. Сейчас новые придут лидеры. Это будут другие люди. Нам надо это иметь в виду. Пьер Петросян спокойный, удобный, так сказать, человек. По любому вопросу с ним можно договариваться.